все, сейчас мы уже едем на железнодорожный вокзал, оттуда сядем на поезд и поедем в Тель-Авив, аэропорт Бен-Гурион. Выезжаем из Хайфы. Это улица рядом с улицей, на которой живут Марк и Александра. Удивительные эти виры жизни. Город строен на горе. Но здесь это незаметно. На 12 номере и боковая сторона его. Дом стоит на верхней 12. А улицы нет, это между домами. Такие ступенечки, переходики на высший уровень, на высший и выше. Итак, каждая улица на этаж выше. Каждая улица на этаж выше. Дома построены прямо на горе.